так получилось, что и шим я не снял. Так что его пока не будет. А будет город Рудный. Спортивных услуг. Детская футбольная группа от 3,5 до 6 лет. Две площадки с искусственным покрытием. Это город Рудный. Находится в Казахстане. Чем отличается Казахстан от России? Тем, что это все-таки степи. Бескрайние до горизонта просторы. И города в основном вот такие же невысокие и растянувшиеся. Вдоль проспекта стоят рядами пирамидальные тополя. Высокие, стройные. Проспект Ленина. Асфальт, тротуар посыпают песком. Хотя сначала мне показалось, что это лошадь прошла. Какой-то пустырь. С характерными казахстанскими соснами, невысокими и ветвистыми. Крылатый барс. Один из символов Казахстана. Впервые было обнаружено его изображение на доспехах Золотого Человека. И вот с тех пор он стал символом. Такой парк какой-то. Модные бутики.
магазин с огромным выбором различных продуктов. Река пересохшая, не пересохшая, там тут есть, так кажется, что уже ручеек остался. А все-таки для чего делали эти ниши, эти окна, чтобы потом их закладывать? Рыбак. Чё? Привет, киска. Я думал, убежит рыбак. Киска. В Казахстане есть два типа госномеров на автомобилях. Старого типа и нового. Уже лет 6 назад ввели вот этот новый европейский тип, но еще до сих пор ездят на старых. Если уже кто-то будет покупать новую машину, то будет менять номера, получать новые, нового типа. Вот какой футуристичный дом. Это дверь, что ли, такая. Вот еще один рядом с такими же балконами. Как вам остановочка? Мужская, женская. Наверное. Сход 3D развал. Не, ну я не знаю, может быть, и правда есть 3D какой-то сход развал. Куст шиповника черного. Река. А на горизонте нет леса. Вот только по течению реки какой-то сухостой. И вот это поля. Почему в Казахстане нет 200-летнего леса? Почему в Казахстане вообще нет леса? Загадка. Зато есть лыжники. Мимо пройти, но все-таки надо снять вот такой вот гламурный
гаражный кооператив розовенький есть. В Рудном. Смотрите, рыбаки. Нарыбачились. А вот рекламное агентство. К которому надо обратиться в рекламное агентство, чтобы они им сделали вывеску. Ну или пусть обратятся хотя бы в Пластокно. Меня тут закрыли почти что на замок. Сейчас посмотрим, что тут за шашлыки жарятся. Может, есть чего перекусить. Ничего еще нет. Шаурмяу. Нифига себе, почти цивилизация. Битком набили и сломали. Вон лампы. Да. Автовокзал.